Всем привет! Вы смотрите канал Кибербол. И сегодня мы поговорим о монетах. На старте FIFA важно не только сколотить капитал, но и приумножить его. Мы расскажем вам очень простой и действенный метод заработка на трансферном рынке. Он не нов для FIFA 18, а вполне успешно работал и в предыдущих частях игры. Нам потребуется только усидчивость, ловкость рук и немножечко терпения. Хотя терпения на самом деле потребуется немало. Сразу отметим, что работает этот способ на любом игроке, независимо от его цены. В нашем же случае мы возьмем за экспериментальный образец карточку Хосе Искьердо. После перехода в АПЛ в Брайтон, колумбиец благодаря своим скоростным качествам стал лакомым кусочком для всех, кто собирает английский состав. Поэтому его карточка на рынке очень востребована. Для того, чтобы заработать на таком игроке, нужно изучить его стоимость на трансферном рынке. В частности, нас интересует раздел «Купить сейчас». Теперь нужно выставить цену ниже минимальной и начать работать в режиме максимальной скорости и ловкости рук. Важным условием является то, что при каждом повторном поиске нужно изменять хотя бы одно значение в фильтрах цен. Тогда каждый раз будут появляться свежие результаты. Этот метод не для слабонервных. Конечно же, будет бесить тот факт, что игроков по таким вкусным ценам успевает купить кто-то до тебя. Но твое терпение и труд непременно будут вознаграждены. За каких-то 5-6 минут мы все-таки смогли приобрести 4 карточки Искьердо. 2 за 5300, 1 за 5100 и 1 за 5000. На рынке они достаточно быстро уходят по цене «Купить сейчас» за 6100. Итого, за вычетом комиссии хитрой фифашки, чистая касса на продаже каждой из карточек составила 5750 монет. То есть суммарно на 4 проданных Искьердо мы получили прибыль в 2300 монет. Можно продавать карточки и по более высокой цене, но тогда по срокам их реализация на рынке может затянуться. Проделывать эту процедуру можно бесконечное количество раз. Все здесь зависит исключительно от вашего желания, терпения и свободы времени. Лучше и надежнее работать с игроками в ценовом диапазоне от 2 до 10 тысяч. Несколько таких сделок принесут больше выгоды, чем продажа одной карточки, пойманной за 20 тысяч, по цене в 25 тысяч. Ставь лайк, если захотел не только заработать на Искьердо, но и подписать его в свою команду. Пиши в комментариях, какими методами заработка монет в FIFA пользуешься ты. Ну и не забывай подписываться на наш канал. Приятной игры и до скорого!